Привет-привет, дорогие телеглядачі глядачі та слухачі мого каналу. Ну що, сьогодні ми пройдемося в НКВД-тюрьму. Тюрьму, которая была в советское время, но изначально это была крепость, фортеца, которая построилась, как говорят, в царские времена, времена-временашечки. Поэтому, ребяточки, смотрим и наслаждаемся, кто там сзади стоит. Все, всем хорошего просмотра, не забывайте лайкать, комментировать, подписываться, жать на колокольчик и переходить в мой телеграм и тикток канал. Я вас очень жду, чекаю. Привет-привет! Вот мы и в тюрьме НКВД. Она не Советского Союза, она еще раньше, при царских временах была. И смотрите, как она выглядит. Мы ее переделали в Советском Союзе. Вот такие тут крючочки висят. Да, видимо, им тут было, ну, естественно, не сладко. Вот. Там у нас провизия. Неважно, для теперешних дел. Ничего больше. Тебе интересно, что тут происходит. Просто жуть. Как вам нравятся такие дела? Вот решетки. Вы видите, да? Ну и она есть. Вот решетка. Сейчас я просто подниму сюда. Прожектор, все будет видно. Вон решетка, видите? Вот. Пролезла. Прикольно. Так, специально. Так. Крепость. Четко крепость, да? Оборонительная крепость. Там что-то есть. Кто проходит? Я думала, кто-то. И так давай заглянем. Хочешь нас балкать? Хочешь? Я могу фонарик подержать. Давай телефон. Да, там замуровано. То, что было, оно там замуровано. Замуровано, да? Там понятно, да? Да, там замуровано. То, что было, проход. Куда-то. Господи, откуда? Ну, короче, это крепость, это понятно. Офигеть, это старая?
походу. Ну, типа, Советский Союз? Ну, типа, война? А что она тут валяется-то? Что, все просто так? Офигеть. Она не стрельнет? Да нет. А как видишь, она тут может валяться, объясни мне? Она уже битая. Дырка, видишь, вмятина, она стреляет. Ага. А если бы порох и был, он бы отсырел. А как она тут валяется себе спокойненько, никому не мешает? А теперь еще раз, где твой восторг? Какие? Где? Надо где? Было меньше за компьютером сидеть, играть. В смысле? Так что ж у тебя со зрением вот лежит? Где? А я должна, типа, у меня глаз набит, да? Да, да, да. Пока не выглядят. Ребята, гильзы, еще одна. Похвастай, вот еще одна. Офигеть, где? А вот, смотри, вот гильзы. Охренеть. Гильзы. Я хоть буду знать, как оно выглядит. Да, здесь были. Что? Стреляли здесь. А стреляли? Стреляли. А стреляли в людей?